Итак, всем привет, с вами Добгэ, мы продолжаем играть за Германию в Сталинградской битве. И обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, а мы же продолжаем брать Сталинград, и такое ощущение, что победа уже совсем близко. Поехали. Из основного нам нужно добить окружение вот здесь вот, мы это делаем, и мы начинаем окружение вот здесь вот совершать. Скорее всего, мы подрежем их вот здесь, и вся эта группировка будет полностью окружена. И сейчас еще небольшое окружение делаем, такие более локальные. К тому же здесь мы также забрали сейчас порт, получили с этого порта снабжение, самое важное, наверное, и не даем через него отступать. Так, куда ты поехал? Даем через него отступать и поджимаем советскую армию. На севере скоро группировка северная, скорее всего, где-то здесь будет расколота пополам и по отдельности добита, но к этому моменту, я думаю, пойдет уже и сам город, потому что советские войска, конечно, дерутся с него героически. Этого не хватает, слишком мало у них снабжения, слишком мало у них снаряжения и, в принципе, частей боевых. Начинается жестокий бой в городе, кстати говоря, нам бы где-то бафы, вот эти вот там нужны бафы, но мы не можем уже это сделать пока что. А, наверное, когда сможем, мы уже закончим драться за город. Вот настолько мы хорошо здесь воевали, в принципе... Логично. Сейчас еще вот сюда вот мы сможем пробиться, я думаю, клином и окружить здесь войска. Да, там уже локально они окружены. По ощущению, советская армия будет ликвидирована в крайне короткие сроки. Я говорю, по классике здесь дивизии ломаются. Ну, уже эти фронты. Но это не мешает нам побеждать. Сейчас еще заберемся вот здесь вот бафчик на скорость дивизии. Это полезно на этой карте, потому что здесь дивизии перемещаются быстро, станут еще быстрее. И я вижу, что на юге у нас здесь все неплохо, но у нас, видите, вот целая армия вокруг одной пробки сидит. Давайте-ка ее отсюда открепим и отправим добивать сам город. Это механизированные дивизии и танки нам нужны. Прократ-завод пал. Прекрасная для нас новость. Ну-ка, а мы можем попробовать сюда прокрасться? Я думаю, сможем. Более того, думаю, мы прокрадемся. Выбираем здесь территории, которые не прикрыты никем и ничем. Да, советская армия уже полностью дезорганизована. Нам не составляет труда проворачивать даже самые опасные окружения уже здесь. И просто я поставил третью скорость. Да, Ишка, конечно, на этой карте немножко теряется, хотя стоит отдать должное. Я ожидал, что будет еще хуже, потому что, ну, согласитесь, обычно Ишка прям совсем плохо. Он и армии не выставляет нормально, и ничего не делает, но здесь кое-как. Он выстроил кое-какую оборону. Конечно, когда здесь уже много тайлов, он совсем сломается. Но до этого момента, до момента битвы в самом Сталинграде, держался, и в Сталинграде продолжает героически держаться. Что я могу сказать? И да, мы переходим на Красную Слободу. У нас куль быстрой победы есть. Можем, наверное, что взять себе? Я думаю, воздушных заданий эффективность. Хотя, давайте сразу вот сюда в политку и танки. Потому что, я думаю, у нас скоро повысится уровень угрозы уже. И мы сможем подмобилизоваться еще. А еще, да, мы вот здесь вот сейчас, я думаю, пересечем реку и сможем на Красную Слободу попасть. Я вижу, что у нас вот отсюда дивизии ушли. Давайте их туда вернем обязательно. И здесь у переправы тоже войска сейчас будут окружены. Прекрасно. Здесь же они вообще уже просто продвигаются, не видя никаких даже дивизий. Красная армия. Прекрасно для нас. И да, здесь, смотрите, случился раскол советской армии пополам в севере. Смешно, что они вот об этом вайпнутся, потому что там закончится карта, хотя технически, как бы, ну, очевидно, что там есть куда отступать. Ведь эта карта, как бы, типа, приближенного Сталинграда. Но предположим, что там наши войска находятся на самом деле, поэтому их там вайпают. Да, конечно, это абсурд. Но это какая-то, я бы сказал, игровая условность. Загружаем последние войска на юге и переходим. Давайте. Ребята. А, здесь нельзя нарисовать. Блин, это не точно получилось. Нельзя нормально чертить фронт. Увы, что поделать? А что поделать? Пробуем здесь вот тоже еще зайти. Как бы и нет. И смотрите, здесь мы как будто сможем перейти. И здесь в том числе тоже. Да, прекрасно. Здесь мы взяли полностью пролив. Давайте эту армию забрасываем сюда и даем ей полную свободу действий. Атакуйте куда хотите. На севере эти ребята тоже скоро закончат, их тоже можно будет перебросить. Здесь же, я думаю, у нас будет работать в основном механ и
части вот этой армии. Которая, к сожалению, нельзя прекрасно, значит. И говорят, что у нас мораль падает. Это звучит как полный абсурд. Потому что мы практически взяли Сталинград, ну, сейчас его возьмем. Еще только октябрь. Как будто все наоборот должно быть очень хорошо. Но игровой шизик, как говорится, виднее. И да, мы смогли пересечь речку. Срочно сразу же надо развивать наступление во все направления. Чтобы нас здесь не зажали. И вроде как мы успешно это делаем. Прекрасно. Надо брать Красную Слободу. Я думаю, на этом кампания плюс-минус будет окончена. По крайней мере, фактически да. Мы добили сейчас здесь, там все. Тут тоже сейчас все добивается. Здесь вообще нету ощущений никаких дивизий больше. Как бы, да, так и есть. Юг готов, север готов. Красная Слобода скоро будет готова. Еще я знаю один мем. Подкрепление же есть в Красной Слободе. Так если мы ее захватим, и они нажмут подкрепление, они все еще появятся вот в этой провинции. Там мы взяли Красную Слободу, прекрасно. Дивизии там уже начинают двигаться. Так что нам нужно ставить одну армию здесь, вокруг этой провинции, и потом ее просто добить со всех сторон в момент, когда эти подкрепления там появятся. Либо, как вариант, прямо в провинции. Только я не уверен, как это сработает. Все время должны быть просто вообще в защите. И вот мы поднимаем обратно моральный дух. Прекрасно. А тут, как я и говорил, войск не осталось. Мы все повайпали, что было. А единственное, да, можно всякие такие коровки захватывать. Кстати говоря, забавный факт. На этой карте можно высаживаться. И выски работают здесь так, что здесь просто надо изучить теху. По крайней мере, именно так высаживался против меня Советский Союз. Так что примерно так это и работает. И у меня какой-то очень жесткий подлаг. Надеюсь, это не краш игры. Я, честно говоря, не знаю. А, это кап Советского Союза. Это круче. Фюрер уже сделал обращение, и Советский Союз на фоне этого капнул. А, любопытно. То, что на этом все. Получается, вот так вот быстренько мы запушили. А, кстати говоря, почему я переигрываю сейв второй раз? Потому что у меня был опять баннер. Со стрима, ребят, включен. Адский ад, но пришлось переснять всю серию. И в прошлый раз я капнул его позже, я уже там гулял. Почему он сейчас упал? Хороший, блять, вопрос. В любом случае, с вами был Дубгай, ребята. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, Twitch, Discord, Boosty, все в описании. И до скорых встреч. Всем пока.